Завтра наша страна будет отмечать поистине великий праздник – День Победы. Только из Чувашии на борьбу с фашизмом отправилось более 208 тысяч человек. С войны не вернулся каждый второй. Прошло 75 лет, но боль не утихает, а память живет в нас, детях и внуках, и должна жить. Необычная экспозиция открылась в Государственном совете республики. В Государственном совете Чувашии состоялось открытие выставки, которая посвящена 75-летию Великой Отечественной войны. На ней представлены фотографии и архивные документы участников войны, родственников депутатов и сотрудников аппарата. В экспозицию входит 10 стендов, которые знакомят с деятельностью Верховного Совета Чувашской АССР в годы войны. Например, архивные документы говорят о том, как собирались средства фонд обороны депутатами и сотрудниками аппарата. Так сохранилось заявление депутата Верховного Совета первого созыва Евгения Одинцова с просьбой о перечислении депутатских средств. Всего за годы войны жители Чувашии на нужды фронта передали свыше 48 миллионов рублей. В большинстве своем средства пошли на строительство боевой техники, самолетов, бронепоездов, танков. И здесь представлена фотография именно такого события, передачи боевого самолета нашему земляку, герою Советского Союза Федоту Никитичу Орлову. А средства на самолет были собраны, переданы колхозникам колхоза «Красный луч» Алаторского района Андреем Михайловичем Сарсковым. На фото председатель Президиума Верховного Совета Чувашии Зоя Андреева. На ее долю выпало немало испытаний, когда приходилось принимать судьбоносные решения. Она оказывала помощь в розыске людей, которых эвакуировали на территорию Чувашии. Поддержала работниц предприятий, чтобы им были выплачены больничные, и они не остались без средств к существованию. Вот еще один интересный документ. Указ Президиума Верховного Совета Чувашской ССР о переносе даты выборов Верховный Совет Чувашской ССР на год. Отсрочка в проведении выборов, как было написано в документе, ввиду обстоятельств военного времени. Но, как мы знаем, следующие выборы состоялись только в феврале 1947 года. Ни для кого не секрет, что на территории Чувашии было сформировано 9 дивизий. Из них прославленные 324-я стрелковая дивизия и 139-я. По документам известно, что чувашская делегация не раз выезжала на фронт к бойцам 324-й стрелковой дивизии, чтобы поддержать боевой дух не только депутатов Верховного Совета Евгения Одинцова и Никанора Семенова, но и всего личного состава. Войну прошли и председатели республиканского парламента Михаил Павлов и Илья Прокопьев. В автобиографиях участники войны умалчивают о своих боевых заслугах. Только документальные свидетельства, выписки из наградных листов дают нам полную информацию об их подвигах. В семье председателя Госсовета Альбины Егоровой орденов и медалей больше вдвойне, потому что прошли войну оба родителя. Мама в 44-м воевала на Белорусском фронте, была зенитчицей. Отца призвали в ряды Красной армии в 42-м году, сразу после окончания 10 класса. У него на фронте был друг из Архангельской области Виктор Пластилин. И помню рассказ своего отца, как друг Виктор его спас после того, как разорвавшаяся мина укрыла его полностью землей, а Виктор был рядом, и он откопал его и спас ему жизнь. И когда я была маленькой, Виктор Пластилин приезжал в гости к нам в Чувашскую землю, и, конечно же, они вспоминали всех тех павших своих друзей. У депутата Сергея Павлова воевали оба деда. Один пропал без вести, второй прошел войну, вернулся, благодаря чему сохранились воспоминания, которыми он успел поделиться с родными, и которые невозможно рассказывать без слез. Служил в разведке, подлез к вражеской траншее, закидал гранатами и позволил взять языка. По словам сотрудников аппарата парламента, им пришлось не один день провести в стенах архива, чтобы найти как можно больше данных для экспозиции. Депутаты дали высокую оценку организации выставки с надеждой на ее продолжение и пополнение в последующие годы. Анжелика Григорьева, Валерий Резюков, Республика.